Здравствуйте! Вы набрали код 812. Сегодня 3 октября. В этот день, в 1785 году, петербургский почтамт начал работать в новом здании на Новой Исаакиевской улице, ныне улица Почтамтская. Здание главного почтамта было построено по заказу светлейшего князя Александра Безбородко. Проект разработал архитектор Николай Львов. Здание занимает обширный прямоугольный в плане участок, ограниченный с трех сторон улицами. Первоначально это было вспомогательное служебное помещение при почтамте, так называемый почтовый стан. Само же почтовое управление находилось напротив, в доме Ягужинского. Большой внутренний двор почтового стана первоначально был хозяйственным или черным двором. Сюда выходили конюшни, располагавшиеся по трем его сторонам, а также сараи, мастерских, ледники и прочее. Во втором и третьем этажах находились казармы для низших чинов и квартиры чиновников. В 1859 году была сооружена галерея, соединившая два здания почтамта. А в 1903 году гражданский инженер Новиков превратил хоздвор почтамта в главный операционный зал, накрыв его стеклянным фонарем.